В Астане прошла пресс-конференция Казахстанской федерации триатлона, где журналистам было представлено новое руководство. Президентом федерации и государственным тренером назначен Муратхан Такмади, который ранее был инициатором создания любительской федерации этого вида спорта. Вице-президентами стали известные спортивному миру Гаджи Гаджиев и семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннесса Марат Джиланбаев. Главным тренером сборной стал Дандыбай Алимбаев. Смена руководства и тренерского штаба произошла по ряду объективных причин, главная из которых заключается в том, что казахстанцы не смогли завоевать лицензии на уже третий подряд Олимпийские игры. Главная задача нового состава федерации – провести ряд мер, которые позволят завоевать долгожданные олимпийские путевки в Токио 2020. Конечно, в первую очередь мы это начнем развивать там в двух направлениях. Одно направление – это действующие профессиональных спортсменов. Для этого, конечно, сегодня, чтобы создать конкурентную среду, будем привлекать иностранных как спортсменов для создания конкуренции, так и тренерский состав. Уже рассматриваем, уже в данный момент ведутся переговоры. Также у нас направление развития трех баз основных. Это Астана, это Алмата и Чимкент. В скором времени в ряде регионов будут открыты школы и секции триатлона. На данный момент переговоры ведутся с акиматами 7 областей. Помимо этого ведутся переговоры с ранее покинувшими страну профессиональными атлетами, в числе которых Дмитрий Гак, Дмитрий Смуров и другие, о возможности привлечения их в команду в качестве тренеров. Также рассматривается вопрос о возможном привлечении в команду спортсменов-легионеров. Я сам лично буду присутствовать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Значит, не в составе сборной, да, потому что сборной как такого нету, там не представляет наша команда. Тем не менее, просто поеду туда смотреть на лучших чемпионов Олимпийских игр, призеров Олимпийских игр, лучших тренеров, которые там работают. Значит, мы их отслеживаем уже на протяжении нескольких месяцев их результаты. Я думаю, что Олимпиада в Рио еще раз покажет, кто как сработал. И эта практика привлечения легионеров из-за рубежа, она, наверное, будет присутствовать у нас тоже. Об этом мы сейчас серьезно задумываемся. На данный момент сформирован состав сборной команды Казахстана, куда вошли Дарын Канызбаев, Александр Автушко, Ербалат Джаксыбаев, Анастасия Автушко, Иван Шумейко и Владислав Кудин. Отметим, что ранее выступавшие за сборную страны атлеты решили завершить свою спортивную карьеру. Впереди у федерации много планов, как в любительском триатлоне, так и в профессиональном.